Ну что, друзья, мы продолжаем двигаться по жаркому Египту, по Хургаде, и у нас здесь ветряные мельницы, а здесь еще один отель Гавайи. Идем прямо туда. Посмотри, как прикольно сделала бунгало, да, со своим бассейном. И есть в этом что-то. Ну и, конечно, есть основной корпус. И рядом еще один отель. Чтобы вы не думали, это территория соседнего отеля, которым вы можете также пользоваться. Здесь просто такие домики, а здесь уже большая территория, ну и, конечно, у нас основной корпус есть. Это у нас пляж отеля Гавайи, в общем, похожий, как на другие. Не знаю почему, но почему-то вот такая вот, как вы видите, каменистая история. Но дальше нормально, вход. Все купаются, подыхают. Друзья, ну вот сейчас катаемся по новым отелям. Это отель у нас Гавайи, да, и я скажу, здесь даже поинтереснее, потому что первая линия, зеленая территория, аквапарк и разные виды номеров. Так что очень-очень даже хорошо. Не подняй.